Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 206. События дня. 2 Фессалоникийцам 3.10. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. 5 июля 2016 года. Далее сами посмотрите. Считать не буду. Алексей Матюшин, я неправильно поступил, что сказал епископу. Я раньше говорил ему, чтобы не пил в алтаре, он пьет до причастия вместе с пономарем. Хочу все бросить и вести занятия по Новому Завету и толкованию блаженного Феофилакта. Ты пишешь «занят и всегда». Это что значит? Что мне нельзя писать тебе? Вопросы мои считаешь пустыми? Может, ты обиделся, что я вышел из группы, старый скайп стал перегружаться, и мне завели новую страницу. Объясни, в чем дело, да пойми ты, мне не все равно, как ты ко мне относишься. Я 9 дней лежал в больнице под капельницей, ну что опять не так, Игнатий из Казахстана. Отвечаю, ты не накручивающего не было. Я в степи, и мне отсюда до 10 октября нет возможности нормально писать, отвечать. Успокойся, молись и трудись. Он на это ответил, что понял. Сергей Игнатов. Бог среди нас, Игнатий Тихонович, примите мое запоздалое поздравление в связи с 77-летием и плодотворным трудом на Божьей ниве. Да хранит тебя Господь. Если Бог даст и жив буду, то привезу на крещение своего младшего сына Сергея, инвалид первой группы ДЦП, мученика за грехи родителей и рода нашего, которого в детстве вместо трехкратного погружения в купель в городе Евпатория, Крым, священник побрызгал святой водой и выдал свидетельство о крещении. В июне 2016-го ездил с сыном в город Таганрог к православному, а священным собором РПЦ святому праведному старцу Павлу Таганрогскому, дворянину, сыну помещика с Черниговской земли, угодившему Богу. Спаси тебя Бог, Игнатий Тихонович, что учишь нас, нерадивых, жить по уставам, заповедям и определениям Бога, данным людям в священном писании через пророков и апостолов Господа Иисуса Христа. Нападает, я сказал, обращаться нельзя, братья и сестры, а только братья. И видно, что человек, может быть, неравнодушен остался, но он, гляжу, грубить сразу же начинает. А вы не знаете, а вот слово «сестры» употребляется столько раз, да хоть 1000 раз употребляйся, к ним обращения нет. Что ты? Непонятно, о чем я говорю. Братья есть, отцы и братья есть, там 102 раза обращения. Но братья и сестры ни разу. Не слово сестры, а обращение. Это что понимать-то здесь? Ни у Златоуста, ни у кого этого нет. Нет обращения к ним. И не должно быть. Если обращается, она может говорить, а жены в церквах да молчат. И вот начинает куролесить, сколько чего, как поврежденное разумом. Говорю об обращении, а он о том, упоминается ли о сестрах, а вот жена, слово «жена» употребляется. Больные люди, и больные не только телесно. Посмотрим, что у нас тут еще есть. Это вот. Вот какой-то друзья, представьте, ничего нету, названия нету, какие-то сыфхирки стоят, и ему надо в друзья. Да зачем нужен такой? Неизвестно кто, кот или собака. Вот, Елена Казакова, вот как принимаю их. Вот сейчас гляну, Елена Казакова предлагает дружбу. Я так делаю обычно. Открываю, ну тут медленно все открывается. Посмотреть, чего ей нужно. Елена Казакова. Замужем, 45 лет. Ижевск, Россия. Живой человек. И цветочки.
Ну, правда, сама стоит непонятно, в юбке или в чем. Ну, ладно. Еще такого, что у нее есть? Добавила видео. Ну, это ее дело, то чем она занимается. Не в этом дело. Значит, принять, конечно, раз просятся друзья, но для нее я сразу выставляю сайт наш. Все данные, вернее, даже не сайта. Вот так вот. Скопировал. Теперь захожу. Здесь. Вот здесь принять дружбу. Принять. И написать сообщение. Ну, вот тут теперь не добьешься, когда откроется. Вот она накручивает тут, дергается. А, Елена. А, вон как. Выходит, я ей уже это посылал. У нее фотографии не было, цветочки какие-то. Но я принимаю, она не срабатывает. Пожалуйста. Ну вот. Написать надо, скинуть целиком. Наша. Подружились. Все, Елена принята. Показываю, как принимаю. Смотрю сначала, что это дает. Вот мой мир. Вот она давно была в друзьях. Меняет свои фотографии на какие-то храмы или что-то. Вот это плутовство одно. А зачем это нужно? Вот здесь должен был выйти. Ну ладно, понятно. Заходите на эту нашу страницу. Вот он накручивает, не могу. Открыть сразу. Это до 10 октября будет. Так, затруднение с интернетом. Дальше. Дальше мой это форум. Наш форум. Вот. Как понять стих евреям 6.4 по 6 стихии. Я даже покаялся и имел великую радость прикосновения Божьего. Это не выразить даже словами. А потом отошел от Бога. И около 12 лет грешил и других втягивал. Теперь, получается, меня бесполезно обновлять. Бог мне снова дал свободу от этих грехов. После моего исповедания от чистого, надеюсь, сердца, хочу вновь следовать за Господом. Желание у меня вели изучать Слово Божие правильно, чтобы иметь отпор от сектантов. Жду осени, когда вы начнете онлайн-разбор Слова. Вот что нашел о крещении у баптистов. Как вы относитесь к такой точке зрения? Ну, первое, как написано, так и надо понимать. Понимать. Если покаяние Бог дает, там написано, когда ругаются, они ругались. То есть в настоящем времени. Ну, как говорят, вот я грешил, пал, как правило, это блуд. Ничего там другого не было. Пей, а где вы? Женщина блуд, она всему худому женщина научит. Как и леность. Тут догадываться не надо. Смертные грехи. Других втягивал в это. То есть это товарищи были. Но познал, да куда ты полез-то опять? 12 лет это не 12 минут. То есть это вам более близко. А вот теперь я полюбил от чистого сердца. Надеюсь. Я никогда не могу сказать чистое сердце. Это желание добиться этого. Мыслями мы оскверняемся, похотениями, взглядом. А тут сразу чистое сердце. Никак. Баптисты пишут, с их точки зрения, верно ли. Вы не боитесь, что откладывая на некоторое время крещение верующего, вы подвергаете его риску умереть некрещенным? Но баптисты вообще крещение никакого значения не придают. Исполнить волю Божию. У них нету даже учения такого, что в крещении прощаются грехи. Это Деяния апостолов 22.16. «Встань, крестись, омой грехи твои». 2.38. Деяния апостолов. «Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Они в это не верят. Им какая разница, есть крещение, нет. А вот начинают тоже рассуждать. И какое крещение, незаконное. Сами еретики. Все еретически это понимание их. Некрещенному. В первой церкви так и было. Боялись согрешить после крещения. Откладывать. 3 года минимум. От 3 до 5 лет подготовка. Боишься, не боишься. А какая разница тебе об этом, если ты не веришь, что там
таинство совершается. Хотя крещение является заповедью Господа Иисуса Христа, обязательно для всякого верующего, оно, тем не менее, не является обязательным условием для спасения. Достаточным условием является покаяние и вера. Господь Иисус Христос говорит: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Марка 1:15. Человек, который поверил и покаялся, безусловно, наследует Царство Небесное, если умрет до крещения. Нет, куда-то неизвестно. Покаялся, уверовал и спасен. Не будет. Надежда только. Спасены в надежде. Это чисто сектантский подход. Притом он тупой, основанный на незнании Слова Божия. Тут не написано о том, что покайтесь и веруйте в Евангелие. Ну, покаялся ты. Я больше этого делать не буду. Ну и поверил Евангелие, что спасен уже? Это только часть. Кто Духа Святого не имеет, тот и не его. Кто не причащается тела и крови Христовой, тот не имеет жизни в себе. Читайте 6 главу Евангелия от Иоанна. Нигде не говорится, вера без дел мертва. Сколько мест Писания, которые тут-то нельзя их втиснуть, но они есть в Писании. Это все должно быть в совокупности. Неверное их рассуждение о крещении, совершенно, абсолютно еретическое. Виола Вознесенская, Санкт-Петербург. Ну, что сказать, хорошо, вот Виола, вот так ноги делать не разрешается даже мужчинам, не говоря про женщин, нога за ногу. Ноги должны быть рядом, колени вместе. Так, ну это между делом. Здравствуйте, уважаемый Игнатий, мой муж, я и сыновья православные. Мечтаем жить своим трудом, своей семьей, с близким по духу и вере людьми. Я вдали от мегаполиса, это у нас все сходится, свои люди, своим трудом. Для нас важно, чтобы была церковь рядом и школа, а у нас в одном здании церковь и школа. Что нужно для того, чтобы переехать, жить в вашу деревню, кроме того, чтобы не злоупотреблять, не сквернословить? Не воровать-то. Ну что нужно? Средства? Разрешение от нас получить? Прямо выходите на нас. Вот. Теперь уже поздновато вот сажать-то. И интересует вопрос, самим строится или есть дома свободные? Домов свободных нет, самим строится. Выделится земля и стройся. Были бы средства, деньги. Деньги, конечно, нужны хорошие. Чтобы построиться, тут надо... Если самим нет возможности, есть родственники, приезжать будут. Можно. Вот сейчас двое строятся, тут начинают. Выделили им прям на... Даже, ну, один пока строится. Второй тут тоже думает начать строиться. Сами строятся. Самим. Строй любой дом, какой тебе надо. Вот это хорошо, человек. Так что прикрепление, это вот это, наверное, и есть прикрепление рисунка. Платочки, все так хорошо. И ребята, видно, хорошие. Ну, просто мне понравилось, как они одеты. Тут никаких галстуков не налепили. Напишите нам, позвоните, более подробно будет. У меня 8-961-230-70-60. Вы заходите на этот же наш форум, зарядите Потеряевка или деревня Потеряевка. Здесь же прямо. Ну, это модераторы перекинули. Модераторы. Я-то не бываю, это где-то из контактов или откуда, не знаю, откинут они или нет. Вот в наши ежедневные события дня заходите. Лена Губерман. Здравствуйте, с воскресным днем. Благодарю за то, что приняли меня в друзья. Где принял, ничего не знаю. Долгое время была в системе Московской Патриархии, работала педагогом, регентом. В одно время Господь показал мне не раз, что нахожусь я в болоте. И вместо приобретения, возрастания духовного, я падаю в бездну, приобретаю все новые и новые грехи. Это здорово. Это вот так должен говорить человек, который осознает, что нужно... войти в общение со Христом в Духе Святом. Сейчас работаю над изучением Священного Писания. Мой духовный наставник, который у вас в друзьях, посоветовал посетить ваш сайт. Надеюсь, с вашей помощью познать Бога истинного. Спаси Христос. Ну как вам писать-то, когда я доступа не имею до этих ресурсов? Прошу модераторов, тут-то супер главный администратор, направить все и наше
данные все, вот которые я посылаю везде, сайт. Сейчас только я об этом говорил, вот, который нужно дать. Вот этот вот послать на наш сайт. Смотрите, мой мир. Для себя каждый возьми. ВКонтакте, форум. Видите как. Здесь все есть. Все. Абсолютно все. Ну и события конкретно на прошедший день. Приезжала на 5 марта, на вторник. Предупреждение было, что приедет комиссия. Проверка всех лагерей по указанию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, его уполномоченных представителей. Ну, мы все двери открыли, встретили, был. Ну, машин понаехало несколько раз, три машины даже. Подполковник, там майор, ниже и какие-то звания, там не знаю. Все это мы записали. И дней через 10 будет выставлено. Вот. Рассуждать тут, собственно, не о чем. Там все абсолютно показано, снято. Они разделились на две группы. И обе снимались. Как они ходили, где были, брали пробы. Там первого, второго, воды. Потом уже переехали в 7 часов вечера. Приехали, еще пробу взяли из пруда, купаться можно, нельзя, воды, взяли пробу, все. Вот, я запустил один раз, я сказал, что это я делаю ради уважения к нашему президенту. И вывесили флаг Российской Федерации ради уважения к нашему президенту, раз он руководитель. А был бы Порошенко, ради Порошенко вывесили бы. То есть разницы для нас нет, в каком государстве и где написано «Чти царя». Вот. Ну, подчиняйся ему. Ну, а требования их какие? Ну, судя по всему, я даже не мог до конца понять это. Сами себя берут, норма написанная, там, правила, инструкции совершенно ненужные, пустые. Вот в пруду можно нет купаться, нам 200 лет будет, вот через 2 года, 200 лет Потеряевки, 200 лет купались, а сейчас нельзя, может быть, решение. Чего нельзя? Микробы. Да в нас самих-то микробов до 300 так и червей разных типов, говорит, находится. Чего это ради? Написал, сидел человек, в инструкцию написал, балда какая-нибудь у него рядом сидела. И он решает теперь, как. Мы живы, здоровы. Ни один не болеет ребенок. Вот лучшее доказательство. Ни одного нету под капельницей, ни один не погиб, ни один не утонул. Простое дело. Подполковник, МЧС пошли на наш вигвам, где костер. Посмотрели, ни слова не сказали. Так, все обделано. Пошли, посмотрели, где купаются. Ну, там лягушатник. Дальше поплавками окружено место. Ну, показали, какие у нас есть поплавки этими, ну, надевая спасательные жилеты. Все. Приглашали пообедать, они отказались, уехали. Все. Теперь в общение с ними не входим. Потому что мы выполнили поручение. Президент дважды не будет давать чего-то. Дети здоровые. Главное доказательство. Дети здоровые. И вчера еще приехали, привезли мальчика. Не знаю, с Екатеринбурга группа обещалась, будет или не будет. Вот. Очень жаль, что не приезжает у нас Райхан Жайнакова. Мама у нее заболела. Просто жаль. Она собиралась. Теперь кто-то приезжать с Белоруссии. Его надо встречать. Кого? Группа? Какая? Не знаю. Выходите немедленно на меня. Ну, теперь говорить, это ролик-то выставится уже после 10-го на крещение. Не знаю. Без разрешения, личного разрешения приезжать запрещается. И все. Не надо никаких толкований. Это наше правило, мы его придерживаемся. Так, повторяю, что больше в общение мы не входим в Роснадзор, там что нас это не касается. Они проверили, мы живы, здоровы, все. А по их нормам, где на кастрюле там крышка ударилась когда-то, и в ней эмаль отскочила у крышки сбоку, ну, на пол сантиметра. Все, кастрюля негодная, ну, дурь же. И дурь, я называю ее собачья дурь.
Вот у нас есть разделочные овощи, отдельно хлеб. А вот не такое, из какого дерева, из прочного. Да, в глаза, может, сама не видала, которая говорит, что прочное дерево. Которое куплено в магазине разделочное, тоже не пойдут, то есть копается. Вот. Ну что у нас, земляной пол на кухне и покрыт железными такими рифлеными отдельными плестами с корабельной палубы взято. Вот. Ну и везде видят какую-то заразу, боязнь, как пишет об этом Лев Николаевич Толстой, крейсер «Росонате». Ну все, готовы вызвать, залезьте и спринцовку с карболкой взять в рот. Жить невозможно. Мы живем здоровой жизнью. Настолько здоровой, что никто не болеет. Все. А хотели бы вы, чтобы у вас лучше было? Хотели бы, но денег нет. Хотели. Вы нас ограбили, дорогое наше государство. Самая низкооплачиваемая работа на Алтае, самый богатый край. Ничего не сделаешь. Самый коррупционный в России край. То-то написали. Ну, по этим нормам мы не проходим. А мне надо, теперь я должен дать взятку где-то, и для этого все это и сделано. То есть тут паразитов, как клещей на шее у быка весной, будет обязательно. Ну, это, между прочим, день прошел хороший, они нам вреда никакого люди не нанесли, мы о них молимся. Но в общение больше обходить никакого нет желания, мы уже 2 дня потеряли за них. Теперь надо наверстывать, работать. У меня восстановить пруды. Большая работа. Настолько большая, что не знаю, сумею ли 15 августа подготовить, чтобы уже призывать бульдозер сюда. Особенно первый мостик. Как его заделать, чтобы проехать на второй? Ну, в общем-то, если так разбираться, да, получается почти все. Вот у нас здесь видео. Канал наш православный, тут более 5000 роликов, и вот сегодня мы выставили, сегодня только 9 роликов, 9 сразу выставили. Ну сейчас я обновлю и посмотрю, вот, пока говорил, сколько. Наши ролики смотреть, люди говорят, очень интересно, но о разном ничего не скрываем. Ну вот один ролик посчитаем, баба Надя, тут 4. Это, 4 просмотра. Ну что, 8 минут до 6. Вот смотреть надо 8 до 6, 14. Тут час 25, полтора часа ушло. Ну и здесь подготовка, 7, 14, 15, 11. То есть 2,5 часа выставил, даже больше. Ну вот смотрите, первую только выставил, вот сейчас 10 просмотров 37 минут назад. 5 просмотров. Так, то есть это наши клиенты, близкие нам люди, которые все время смотрят. Им интересно. У нас ничего не скрывается, все снимается. Ну и самое сокровище, повторяю, это в сети Библии сайт православный библейский. И с правой стороны 4124 ответа на по темам. 55 тем. Папа. Вот это самое ценное. И по сегодняшний день в мировой сети нигде больше такого нет. Нигде. И я думаю... И не будет. Потому что здесь все уже запрограммировано было от рождения. На меня легла эта обязанность отвечать на столько вопросов в университетах, в милиции, в радиопередачах. По Библии 77 книг, по житиям святых, по трудам святых отцов и по канонам. То есть по 4 параметрам каждый вопрос. Их нету. И думаю, что и не будет, потому что никто это не знает. Отчасти знают, но не больше того. Вчера сообщили, как баптисты пришли в православие, к древнеправославной церкви. Ну, слава Богу. Можно проповедовать, и никто не придет, а бывает придет, от нас это не зависит. Богу нашему слава. Слушай, рыжая, ты вот-вот у меня разрешишься. Ну-ка, дай-ка я... Уйду, вот она у меня какая. О, видишь, что? Породистому коту возили ее. Теперь тут не выпускаю на улицу, жду, когда разрешится бременем. О.